В среду, 5 октября, в волейбольно-спортивном комплексе города Одинцово гудели, свистели, кричали, шумели. Второй матч чемпионата России по волейболу собрал в зале не только преданных болельщиков столичного «Динамо» и одинцовской «Искры», но и всех ценителей профессионального волейбола. Вдохновленные победой над белгородской командой, искровцы ринулись в бой с новым соперником. Динамовцы не торопились, а присматривались к обновленной «Искре», в игровом составе которой вышли Павел Абрамов, Александр Богомолов, Франк Депистель, Йохан Шопс, Роман Данилов и Алексей Вербов. Первую партию «Искра» провела на одном дыхании, легко обходя блоки соперников и отбивая атаки. Одинцовские волейболисты выиграли первый сет с заметным преимуществом. И такая легкость спортивного общения только настораживала. Во второй партии динамовцы перешли в наступление, причем так быстро и неожиданно, что хозяевам площадки едва удавалось сдерживать напор гостей. Атаки Романа Данилова и Йохана Шопса позволяли держать дистанцию в счете, но после второго технического перерыва судьба партии была предрешена. При счете 19-20 в пользу «Динамо» Йохан Шопс обходит блок соперника и выравнивает позиции команд. Но равновесие держится недолго. На табло уже 24-22 и сетбол для «Динамо». Что было дальше? А дальше была игра. «Искра» действовала более слаженно, успешно блокировала, старалась не ошибаться. Третий сет стал дублем сета первого. Снова победа со счетом 25-16. Болельщики «Динамо» на мгновение затихли, но в рядах столичных гостей никакой паники. В четвертой партии динамовцы снова на коне. Игра идет по всем правилам. Подача, прием, атака, блок. Только искровцам не везет. Четвертый сет «Динамо» оставляет за собой, а на тайбреке переигрывает хозяев площадки со счетом 15-12. Такого финала не ожидал никто. Никто, кроме столичного «Динамо», наверное.